Следующее, что мы покажем, это отработка в парах удара локтями и удара коленями. Отработка в ладонях, со стойки, с оппонентом мы начинаем движение. Оппонент атакует шагом вперед, локти снизу. Раз, локоть левый, мы ладошку поймаем. Движение в стойке. Раз, локоть правый снизу. Движение в стойке. Следом будем добавлять удар коленом. Локоть левый снизу, раз. Колено правое, два. В стойке двигаемся. Правый локоть снизу, раз. Колено левое, два. В стойке двигаемся. Отработка следующая, это удар локтями сбоку. Левый локоть сбоку, раз. В стойку вернулись. Правый локоть сбоку, два. В стойку вернулись. Отсюда добавляем удары коленями. Локоть левый сбоку, раз. Колено правое, два. Локоть правый, раз. Колено левое, два. Чаще всего, используя удары локтями и коленями, нам также удобно бить левым, добавлять правым. За счет этого мы закручиваем корпус ударом в одну сторону, с ударом противоположным мы закручиваем удар в другую, добавляем дополнительную инерцию, силу к удару. Также в парах мы поотрабатываем удары локтями с разворота, то есть двигаясь в стойке, делаем зашагивание в сторону, имитируем удар локтем с разворота. Раз. Возвращаемся в стойку. Имитируем удар с разворота. Раз. Возвращаемся в стойку. И по новой. Локоть с разворота. Раз. Возвращаемся в стойку. Локоть с разворота. Два. Вся отработка происходит с движения. Можно добавить. Нанести локоть снизу левый. Раз. Другой с разворота локтем. Два. То же самое сделать с другой стороны. Локоть снизу. Раз. С разворота локоть. Два. Стойки движения. Также локоть сбоку. Раз. Зашагивание локоть. Два. Локоть задний. Раз. Два. Движение в стойке. Следующее, что мы делаем, отрабатываем в парах удары ногами на технику. Лоу кик, мидл кик и хай кик. Со стойки. Чтобы отработать удар лоу-кик, это удар чуть выше колена. Мы с движения делаем шаг, наносим удар лоу-кик. Оппонент в это время принимает удар на бедро, автоматически делает набивку ног. Со стойки шага наносим удар лоу-кик, возвращаемся в стойку. Второе движение, мы выносим удар мидл в корпус. За счет разворота корпуса на ноге отталкиваем оппонента и отрабатываем. Правильность. Удар ноги. И третье, что мы делаем, это удар хай-кик в ладошку. Отмечаем удар со стоечки. С движения. Выносим удар ногой. Возвращаемся в стойку. То же самое делаем все на переднюю ногу. И после можно поменяться. Следующее, что мы делаем, отработка ударов ногами на пэдах. Учимся сразу держать пэды. Отрабатываем прямые удары ногами типы. Со стойки. Складываем лапу перед собой. Одна лапа снизу, другая сверху, как конструктор. При этом немного распираемся на ногах. Готовим принимать удар тип в верхнюю лапу. Со стойки движения. Делаем шаг, выносим удар ногой, возвращаемся в стоечку. С перескоком. Выносим удар ногой, возвращаемся в стойку. Тип. Стараемся удар наносить верхней частью стопы и после каждого удара возвращаться в стойку и продолжать движение. Удар на выдохе. Следующий удар, который мы отрабатываем, это удар коленом. Одна лапа, она основная, она принимает на себя удар, другая сверху, накладываем, чтобы лапы не отлетали. При этом все равно нужно накидывать пэды на удар. Задача. Наносим удар правым коленом. Значит, правая лапа находится снизу, она принимает на себя удар. Шагом в движении, раз, наносим удар коленом.
руки оставляем на защите, либо выводим на реверс. Защитное действие, где одна рука уходит вниз, противоход, бьющий ноге, другая закрывает голову. Меняем пэр. Левая снизу, правая сверху. С перескоком наносим удар коленом. Обязательно с движением. Следующее мы учимся держать пэды на middle kick. Основной удар в тайском боксе middle kick. Лапы в сторону, лапа к лапе. Немного накидывая пэды на удар. То же самое делаем с другой стороны. С перескоком на выход наносим удар. Отработка на пэдах прямых ударов руками. В принципе, пэды — это основной снаряд, на котором мы отрабатываем удары и комбинации, поэтому держать пэды тоже нужно учиться. Отработка прямых ударов. Левой рукой мы бьем в левую, правой рукой мы бьем в правую. И сколько бы ударов ни было. Лапы держим, пэды на прямые, при этом немного делаем накидывающие движения, ловим удар. Со стойки отрабатываем прямой удар левый. На выдохе движение. Шип. На выдох. На выдох. На выдох. Удары от головы к голове. Работаем правой ручкой. Прямой удар. Движение. И двойка левой правой. Классика. Продолжаем отрабатывать. Это боковые удары руками. Со стойки боковой левый бьем в левую лапу. Лапу разворачиваем на бок. Боковой правой в правую. Правую лапу разворачиваем на бок. Со стойки отрабатываем боковой левый одновременно шагом. Также лапу накидываем на удар. Также работаем правой рукой. И можно отработать два боковых, левый и правый. Продолжаем отрабатывать апперкоты, удар руками снизу. Лапу держим под углом, чтобы нанести удар сверху. Левый также бьем в левую, правый бьем в правую. Со стойки движения. Чуть накидываем лапу на удар. Shit.
Также правой рукой. И можно пробить двойку левой и правой. Следующие это удары локтями. Будем бить локтями снизу. Оппонент ставит на правую руку правую, на левую левую. Лапу выставляем боком. И отрабатываем со стойки движения. Локоть вперед. Оппонент накидывает, ловит удар. То же самое правой, с подшагом. Удар локтями сбоку. Держим лапу, как на прямой удар. Со стойки левой бьем опять же в левую. Правой бьем в правую. При ударе локтями одобьем друг друга, закрываемся. И добавим локти с разворота, отработка на пэдах. Со стойки правой рукой бьем в левую, делаем шаг, разворот, удар локтем, левый бьем вправо, шаг, разворот, удар локтем. Подрабатываем правой рукой в левую лапу правой рукой, со стойки не спеша шагаем, раз, наносим удар. Так же, как на прямой удар, выносим лапу, раз, чуть накидываем на удар. Раз, то же самое другой рукой. Раз, 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 раз. Небольшой нюанс, когда вы работаете на пэдах, когда вы их держите, если у вас комбинация руками из нескольких ударов, не нужно поднимать одну лапу, потом другую. То есть держите сразу две и уже регулируйте по направлению удара. Занимайтесь по нашему курсу, совершенствуйте свои знания. Всего хорошего.